Я Дмитро Тузов, і зараз з нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. З тієї інформації, яку ми маємо, російські окупанти посилили сьогодні обстріли міста. Повідомте, будь ласка, якою зараз є остання ситуація і остання інформація про це? Последняя ситуация, действительно, вы правы. Оккупанты и вчера, и сегодня нещадно обстреливают город Харьков, причем обстрел ведется по жилым микрорайонам города Харькова. В результате, конечно, есть пострадавшие люди. Вчера есть погибшие люди, к сожалению, и дети в том числе. Оккупант таким образом пытаются запугать население города Харькова. Но хочу вам сказать абсолютно четко, что это у оккупационных войск не удастся. Сегодня город Харьков сплочен. Это единый кулак, который готов противостоять врагу и держаться до нашей победы. Вы знаете, меня так вражает, когда практически еще под час обстрілів починають працювати ремонтні бригади. Та це вражаюче виглядає. А чи є надія тримати в діючому стані інфраструктуру, яка забезпечує життєзабезпечення для мешканців міста, які залишились в Харкові? Ви знаєте, 49 днів ми держимося, і починаючи з початку воєнних дій, оккупаційні війська постійно обстрілюють город Харків, нанося ущерб інфраструктурі міста. Наші героїчні комунальники все время устраняють всі неполадки, які сьогодні наносять нам оккупаційні війська. И действительно, под непрерывными обстрелами коммунальные службы устраняют все те разрушения, которые наносят инфраструктуре города российские оккупанты. Мы сегодня подаем воду, мы сегодня подаем горячую воду в более 3700 домов. Мы сегодня подаем электроэнергию, но, естественно, в те дома, которые сохранены. И сегодня все коммунальные службы работают. Мы вывозим мусор из города в обязательном порядке ежедневно, несмотря на то, что сегодня творится. Поэтому город живет, работают магазины, работают аптеки, работает социальная сфера, поэтому мы обеспечиваем жизнедеятельность города Харьков. Да, вы знаете, я вас слушаю и думаю, а ми навчилися жити під час таких інтенсивних обстрілів. Я думаю, що це взагалі безпрецедентне явище. Справді, чи працюють лікарні зараз, і яка ситуація? Тому що я розумію, що є поранені, є загиблі люди, як ви сказали, але є й поранені. Да, конечно, наши больницы работают в круглосуточном режиме. К сожалению, многие больницы разбил враг, поликлиники разбил враг, но тем не менее наши врачи, они сутками работают, даже многие не уходят домой, ночуют в больницах с тем, чтобы оказывать людям первую необходимую помощь. И оперируют, и спасают жизни людей, и огромное спасибо им за это. Поэтому вот такая ситуация, которая сегодня есть у нас в городе. Яку потребу ви відчуваєте, потребу в допомозі в різних сферах, та від великої України? Ну, вы знаете, в чем дело? Я вам хочу сказать, я очень благодарен сегодня нашему президенту Владимиру Зеленскому, офису президента. Мы постоянно получаем гуманитарную помощь. Я благодарен всем нашим мэрам других городов, в которых не ведутся активные боевые действия, потому что мы получаем гуманитарную помощь отовсюду, с различных уголков нашей Украины. И также благодарен нашим мэрам городов наших побратимов из других стран, которые тоже везут нам гуманитарную помощь. Огромная благодарность нашим волонтерам, которые тоже возят нам гуманитарную помощь. Мы раздаем людям продукты питания, мы раздаем людям медикаменты, предметы первой необходимости, теплую одежду, одеяло, подушки,
все, что необходимо. Почему? Потому что многие из людей лишились крова над головой, им негде жить. Мы переселяем их в школы, в детские садики, на станции метро, метрополитена. И всех нужно обеспечить. Поэтому работаем 24 часа в сутки. И огромная благодарность нашим волонтерам, которые вместе с нами сегодня работают, знаете, как единая команда. Да, ви знаєте, я хотів запитати стосовно, ви про це зараз сказали, стосовно доступу до медичних препаратів, до ліків. Тобто я так розумію, що навіть питання роботи аптек є важливим, звичайно, але в умовах воєнного стану люди отримують просто необхідне ну, там, на спеціальних пунктах, я так розумію. Та? Чи вистачає цього для мешканців, для людей, які залишились в Харкові? Вы знаете, ассортимент аптек, конечно, значительно сокращен в связи с военным временем, но все необходимое мы имеем. Мы имеем инсулины, мы получили из офиса, по линии офиса президента инсулины. Мы получаем медикаменты, которые необходимы. Кроме того, мы получаем постоянно помощь из других уголков Украины. Получили недавно медикаменты из Чикаго. Я разговаривал с мэром Чикаго. Мы получили медикаменты на 880 тысяч долларов. Часть отдали в военный госпиталь, вы сами понимаете. А часть развезли по нашим больницам, аптечным пунктам, поликлиникам. И в случае необходимости, конечно, выдаем всем. Пане голово, що зараз відбувається з евакуацією? Та чи виїжджають люди зараз з Харкова, тим більше зважаючи на інтенсивність обстрілів, яка зараз збільшилась і посилилась? Ви знаєте, і виїжджають, і приїжджають. Прежде всего, выезжают, конечно, люди это с тех микрорайонов, которые фактически уничтожены. А у нас уничтожено более 1700 домов, зданий, сооружений. Поэтому, конечно, выезжают. И вот я недавно был на вокзале, и люди, знаете, меня поразило. Я подошел к людям, мы очень тепло поговорили, поприветствовали друг друга. И вот выезжая, люди говорили мне, мы обязательно вернемся, все будет Украина. И такой настрой, который сегодня царит в городе, это дорогого стоит. Но многие люди приезжают. Приезжают семьями, потому что, знаете, харьковчане безумно любят свой город. И заботятся всегда о нем. И всегда заботились, и будут заботиться о городе Харькове. И многие люди ко мне подходят на улицах и говорят, какая вам помощь нужна, давайте вместе разбирать завалы, давайте вместе начинать строить Харьков. Закончится война, наша победа, и все вместе будем дружно отстраивать город Харьков. Начинать отстраивать Харьков. Вы знаете, у меня мороз по коже, честно говоря. Пане голово, можливо, вам відомо, якою є ситуація в області, тому що там людям теж тяжко. Міста захищені, та? Тобто зазнають руйнувань, але захищені, працюють органи влади, працюють комунальні служби. Чи відома вам ситуація по Харківській області? Ну, конечно, мне известна ситуация по Харьковской области, потому что ну, я харьковчанин, и нас всех очень волнует Харьковская область. Нельзя сегодня отделять город Харьков на самом деле от Харьковской области. Военная администрация очень четко работает сегодня, поэтому все, что возможно, они делают, начиная от доставки продуктов питания, медикаментов, организации эвакуации там, где это возможно. Ну и, конечно, огромная благодарность нашим героическим военным, бойцам территориальной обороны, которые сегодня стоят на подступах к городу Харькову, которые воюют там, возле Изюма, в Изюмском направлении. Поэтому я понимаю, что тяжелая ситуация, но, знаете, героизм наших военных, это просто диву надо даваться. Про героизм военных расскажите немного. Какова активность сейчас вражеской авиации? Да, и я слышал, что сегодня были сбиты российские самолеты в небе Харькова.
ну, в Харьковской области, да, были сбиты самолеты, действительно есть активность вражеской авиации, но военные сбивают самолеты, военные самоотверженно воюют, и, знаете, царит такой дух, когда общаешься с военными, дух такого героизма, и это понятно, потому что мы отстаиваем свою страну, мы отстаиваем свою независимость, мы, в конце концов, отстаиваем свою нацию. А что вы думаете о том, что одной из целей ударов по востоку страны может стать ваш город, может стать Харьков? Ну, что я могу думать? Конечно, это плохо, да? Конечно, это плохо. Но мы верим в наших военных, мы уверены в наших военных, мы уверены, что мы отстоим свой город, мы уверены, что мы отстоим свою страну, и это самое главное, и победа обязательно будет за нами. Да, будет тяжело, мы это понимаем, но мы держимся, ну, на то мы украинцы. Да, и в чем на это причины такой стойкости? Причина, знаете, в чем дело? Я вам скажу, причина. Мы сегодня сплочены, как никогда. Мы сегодня одна вот дружная харьковская семья, мы одна украинская дружная семья. И причина в том, что мы, правда на нашей стороне. И мы же отстаиваем будущее свое, да? Мы отстаиваем свою землю, мы отстаиваем будущее своих детей, мы отстаиваем память своих отцов. Поэтому однозначно мы победим. У вас вже зараз є плани і уявлення, як відновлювати Харків? Так. Так. Розкажіть, будь ласка, про це. Я думаю, що це така дуже, знаєте, мотиваційна історія для багатьох українців. Конечно, есть планы, и мы же работаем с архитекторами, в том числе командой зарубежных архитекторов. И мы понимаем, что сегодня нам предстоит очень много сделать, потому что глобальнейшее разрушение, разрушение жилого фонда, разрушение административных зданий, разрушение инфраструктуры города Харькова. И, конечно, нам очень много предстоит сделать. Поэтому мы сегодня уже работаем над концепцией восстановления города Харькова. Мы работаем над тем, чтобы строили совершенно по-другому, выстраивался архитектурный ансамбль города, но, конечно, с учетом, знаете, такой особенности города Харькова, которая у нас всегда была, с учетом архитектурного ансамбля. С другой стороны, мы понимаем, что мы должны учесть опыт войны сегодня, и понимаем, что жилые микрорайоны и объекты инфраструктуры должны строиться совершенно по-другому. Абсолютно все детские сады, школы должны быть с бомбоубежищами. Абсолютно все жилые дома должны быть с подземными паркингами, которые будут играть двойное назначение. С одной стороны, это будут подземные паркинги для машин. С другой стороны, в случае необходимости, это будет укрытие, бомбоубежище для людей, которые живут в этих домах. И кроме того, в чем еще обязательно, почему должны быть такие подземные паркинги? Потому что это значительно облегчает работу МЧС, это значительно облегчает работу нашей скорой медицинской помощи, наших коммунальных служб, даже вывозить мусор. Вот. Поэтому для нас это принципиально важно. Второй момент, о котором я хочу вам сказать, это то, что все здания, сооружения должны быть построены, ну, мало того, что в современном стиле, мы должны смотреть на много шагов вперед, на 30 лет вперед, но все они должны быть, конечно, построены по новейшим энергосберегающим технологиям. По новейшим. Многие из них должны иметь такие автономные котельные, что значительно будет облегчить нам в любых ситуациях, знаете, поставку тепла. Кроме того, по последним технологиям должны быть доставка воды. Совершенно другого качества должна быть вода. Все эти нюансы
должны быть учтены. Мы не должны сегодня гнать за 140 километров воду, подавать ее в Харьков, а должны локально делать, брить скважины, делать систему современной водоочистки, систему канализации. Поэтому очень много уроков мы извлекли из этого. Дякую. Я знаю, это я вас слухаю и думаю, наскільки ми змінились під час цієї війни. Я бажаю нам всім перемоги і пошвидше відбудувати Харків. Прекрасне, красиве українське місто. Дякую за вашу мужність. З нами, шановні, був на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую. Я не соромлюсь, і це говорити досить часто. Цього не потрібно приховувати цієї подяки. Тому що ми з вами бачимо реальний героїзм в наших містах, які стоять міцно, незважаючи на обстріли і на спробу їхнього захоплення з боку Російської Федерації. Це приклад, я думаю, не лише для українців. Я думаю, що весь світ дивиться зараз на Харків, весь світ дивиться зараз на Маріуполь, на інші українські міста. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.